Владикавказ и его жители чувствуют приближение весны, а настроение на улицах города сегодня создают волонтеры. Ребята раздают прохожим букеты цветов, желают всем встречным хорошего настроения и позитивных перемен. Это было действительно неожиданно. Мы даже не знали, что такие акции могут проводиться у нас в городе. И очень приятно, что молодежь республики не забывает о обычных прохожих людях, которым изо дня в день по разным причинам может быть очень трудно жить. Мне кажется, что такие акции редко проводятся, и хотелось бы, чтобы у нас в городе было побольше ребят, которые привлекаются к этим акциям и участвуют. Активисты выбрали 3 площадки. Это излюбленные места горожан. В выходной воскресный день многие гуляют по городу, наслаждаются его красотой. Ну а такие неожиданные подарки и встречи действительно создают настроение.